Hello, dear brothers and sisters from New Zealand. Greetings from Russia. Christmas is a reminder that God is with us. He is with us in the darkest and most difficult times of our lives. And He has also called us, in imitation of Him, to be with those who have difficulties. You know, these are hard times in Russia. And we thank you for being with us this year. We feel your support and prayers. Thank you so much. And we would like to share with you this traditional Russian Christmas song. Эта ночь спасенья возвестила всему миру тайну Бога воплощенья, возвестила всему миру тайну Бога воплощенья. Пастухи устата в эту ночь не спали, святый ангел прилетел к ним из небесной светлой дали. Святый ангел прилетел к ним из небесной светлой дали. Страх объял великий тех детей пустыни. Он сказал им: о, не бойтесь, всему миру радость ныне. Он сказал им: о, не бойтесь, всему миру радость ныне. Из высот небесных раздалось вдруг пенье: слава, слава Вышним Богу, на земле благоволенье. Слава, слава Вышним Богу, на земле благоволенье. Merry Christmas and Happy New Year!